2024 году нашему любимому Архангельску исполняется 440 лет со дня основания. Мы живем в прекрасном и уникальном городе России, названном в честь Архангела Михаила. Под крылом небесного покровителя наш город на Двине с каждым годом становится все краше благодаря людям, живущим в столице Поморья. Архангелогородцы помнят свои корни, знают историю родного края, его культурные ценности. Библиотека номер 18 Северного округа поздравляет всех жителей и гостей с юбилеем нашего города и предлагает смастерить открытку «Я люблю Архангельск» в технике Iris Folding. Iris Folding в переводе с голландского – радужное складывание полосок цветной бумаги под углом в виде спирали. Для изготовления открытки вам понадобится цветной картон, цветная бумага, ножницы, клей, карандаш, линейка и фигурный берокол. Белый лист картона форматом А4 будет служить фоном. Разрезаем его на две части. По шаблону обводим сердечко в правом верхнем углу и аккуратно вырезаем по намеченной линии. Можно воспользоваться фигурным дыроколом. Сейчас нам надо начертить схему с линиями по спирали. Для этого на отдельном листке можно использовать черновичок. Снова обводим по шаблону сердце. В середине этого сердца произвольно чертим треугольник. Внутри треугольника проводим линию. Затем по схемам проводим линии вокруг центрального треугольника. На фото каждая новая линия отмечена красным цветом. В конечном итоге у вас должна получиться схема сердца с линиями в виде треугольников, расположенных по спирали. Сейчас обозначаем каждую линию цифрой и буквой. Так как у нас получилось три сектора, то мы используем три буквы алфавита А, Б, В. Фигуры первого сектора обозначаем 1А, 2А, 3А и 4А. Треугольники второго сектора обозначаем 1Б, 2Б, 3Б, 4Б. Третий сектор, соответственно, 1В, 2В, 3В, 4В. В итоге у вас должна получиться готовая схема, с которой мы будем работать. Чертеж номер 16.
белый лист с вырезанным по шаблону сердцем переворачиваем лицевой стороной вниз. Таким образом, отверстие в форме сердца получилось теперь слева. Схема номер 16. Прикрепляем канцелярскими скрепками снизу белого основного фона. Из бумаги красного и розового цветов вырезаем полоски длиной 210 мм и шириной 25 мм. Загибаем с одной длинной стороны у каждой полоски по 5 мм. Начинаем приклеивать сначала красные полоски по схеме сгибом к линии 1А. Затем красную полоску сгибом к линии 1Б и сгибом к линии 1В. Отрезаем лишнее. Теперь приклеиваем розовую полоску сгибом к линии 2А, к линии 2Б, третий ряд начинаем, снова наклеивая красные полоски к линии 3А, к линии 3Б, к линии 3В. Остатки розовых полосок наклеиваем к линиям 4А, 4Б, 4В. Маленькое треугольное отверстие заклеиваем красным отрезком бумаги. Вот что получилось у нас с изнаночной стороны основного белого фона. Переворачиваем лист лицевой стороной вверх, убираем прикрепленную схему. Вот такое сердце получилось с лицевой стороны нашей будущей открытки. Теперь оно находится справа. На цветном принтере распечатываем слово «Архангельск» и букву «Я». Цвет выбираем по своему вкусу. Вырезаем. Буквы «Я» склеиваем между собой. Для придания объема с изнаночной стороны наклеиваем картон. Готовую букву наклеиваем слева от сердца. Для основания открытки выбираем красный или синий двусторонний картон и лист сгибаем пополам. Затем выбирайте, какой вариант вам больше нравится, и наклеивайте слово «Архангельск» в нижней части открытки.
Об Архангельске, столице Поморья, его истории, культуре, традициях, о людях, живущих на берегу Белого моря, написано много книг, с которыми вы можете познакомиться в библиотеке номер 18 Северного округа. С днем рождения, Архангельск!